Сегодня будем делать распаковку армейского пайка. Это, точнее, сухого. Даже индивидуальный рацион питания для аэромобильных войск. Здесь сразу завтрак, обед и ужин. Давайте завтрака начнем, посмотрим. Мне самому интересно, что там внутри. Оп. Нормальный у вас нос? Да, армейский такой. Здесь еще вот так. Вот еще такие. Каша, печеньки. Первый у нас фруктовая палочка. Галеты. Каша гречневая с говядиной. Вот обычно сахар, соль, кофе даже есть тут. И даже есть вот чаю, орешки. Вот сухофрукты, да? Да, сухофрукты. Изюм. Так, первое. Теперь начнем распаковывать обед. На обед. Обед. Вот. Где? Ну, также. Фрукты. Теперь у нас идет конина тушеная. Конина? Да, конина. Фасоль с говядиной. О, ничего себе. Ну, также галеты. Такой же набор сахара, соли и чая. В первом завтраке нет чая. Только кофе. Самому главному ужину солдата. Нашего казахстанского. О, здесь что такое интересное? Что? Вот идет конина сыра вяленая. Ничего себе. Также во всех идет комплект галеты. Это хлеб, да? Да, хлеб. И что у нас там? Плов. Плов? С говядиной, да. Чай, сахар, соль. Все. Так. Откроем для начала завтрак, давайте посмотрим. Давай кофе растворим и попробуем. Пахнет кофе. Вроде. Корок. Галеты вместо хлеба. Твердоватые такие, но пойдет. Что? Батон? Фруктовая палочка. Угу. Для мозга. Чтобы мозг работал хорошо. Солдаты. А, пахнет. Помню, такая фруктовая пластина. Такая-то такая пластина, как слиток золота. Вкусно. В советское время такого не было. Кашу, давайте. Давай кашу. Ох ты ж. Напоминает мне. Ого. Такой вкус, вкус много. Детства. О. Солдат там не перекладывает, все бьет в тарелки. Идет сразу с баночки. Желательно разогреть, конечно, так прям банку в костер кинуть. В привых условиях так и делают. Вкусно. Кофе. Ну так, пойдет. Это сухофрукт. Это суп с фрукты. Орешек. Миндаль. Миндаль за отвагу. Вот здесь финики есть. Он там склеены. Попробуем изюм. Это не изюм, блин. Барбарис. Здесь расписано все. Узюм, курага, миндаль, правильно. Перейдем к обеду. Не будем распаковывать. Сразу перейдем к конина и фасоль. Здесь уже готовая.
пошли. Ох, какая она жирная. Фасоль. Тоже ее надо греть. Конечно. Желательно. Попробуем так. Чем питается солдат нашей армии. Шурма вкусно. Питается. Да? Угу. Надо разогреть, чтобы попробовать. Да, вообще. Желательно разогреть, но так тоже пойдет. Попробуем чай заварить. Такой же чай есть и на ужин. На кофе только завтрак. Завтрак. Чай? Да. Индийский? Скорее всего, индийский. Обычный чай, чемпион. Пакетик сахара. Солдат идет. Монако, когда есть у тебя сухой поет. Ну чай как чай. Пахнет чаем, да, таким нормальным. Сейчас попробуем на вкус. Че, Гевара, мане? Хороший чай такой. Кубинский, да? Кубинский, да, брат, да? Да. Кубинский, брат, да? Где вы нашли? И ужин открывать. Плов, давайте плов откроем. Давайте плов откроем на ужин. Ты что, наш-то, казахстанский, да? Да. О! Сейчас оценим повариху, которая готовит для солдат. Какая там у нас. Пойдет для солдата. Конина сыровяленая. Вот и... О, она как... После Елены брали же стейк. Похоже, ну-ка. Там какая-то бумага рядом. Что? Это специально, ох, она вот так дальше. Спицы, да? Хазы? Ух ты. А, она вот так. Ну, это же это. Как у народов севера. Бастурма. Строганина. Колбаса? Да, типа блогернер. Колбаса? Да? Копченый, да? Угу. Сыровяленая. Все в сахаре. Везде в трех пайках есть сахар. Круто, не знал, что это классно питает. А где? Это десерт типа, шоколад. Батончик фруктовый. Да? Солдаты неплохо питаются. Конечно, если бы это все разогреть, было бы еще вкуснее. Ну, вам так основу показали. В принципе, спасибо нашим разработчикам питания. Сейчас мы полностью продегустируем, да? Да, с горячим. Это тоже пакет закрой и... Соль с говядиной. Вот все разогрето. Конина, фасоль, плов, гречка. И одну раз. Сегодня что будем готовить? Горячая, она, конечно, лучше.